Вот это, короче, у нас так, вот это днище. Я его потолще сделал, ну немножко по своим чертежам, ну утолстил. У них все из полторашки сделано. Так, это сюда, сейчас я батарейку заменю. Это у нас боковушки. Глазище. Ну вот, вот она. Вот такая штука. Отсюда, короче, подкидываешь дровишки. Скворечник такой железный. Ну, тут уж минимальное потребление дровишек. Люди, говорю, даже щепочки там в пакетике возят в багажнике. Остановился, если газ экономишь. Вот, сейчас проверим. Я говорю, у меня основной металл двойка, а днище 2,5. А у этих ребят, у них все из полторашки сделано, у них вообще легкое. И у них что интересно, что хорошо, у них пропилы, вот эти пропилы, они делаются отрезанным кругом, 1,6 он, да, диаметром. И у них как раз получается все чик-чик-чик-чики-пуки. А я... У меня, считай, металл-то толстый, он же должен друг в друга входить еще. Я начал пропиливать, уже 2,5 взял в круг этот. Круг. У меня днище опять не входит, там тютелька в тютельке, все равно немножко зазор. Потом разбивать пришлось немножко. Но это все мелочь, конечно, если захотеть сделать, это нетрудно. Ну потом полторашка-то от температуры не уводит? Не знаю, полторашка у них выводит, не уводит, но вот у них металл же какой-то, я говорил, был. 40-й, он более, видимо, легированный, углеродистый. У нас нет таких, у нас вот простая сталюка, сталь 3. Ну посмотрим, с нержавейки говорят, я хотел с нержавейки сделать, не с нержавейки говорят, наоборот, она это формируется. Ну, преимущество этой конструкции, сюда можно уже без проблем положить сковороду или кастрюльку положить, поставить. Самое главное преимущество, что она потребляет очень малый дров, потому что бывает, приезжаешь, например, на рыбалку, на какой-нибудь там такое общественное, как бы сказать, ну бывает, далеко не едешь, все дрова уже сожжены, тебе надо сарделечку пожарить, чаек скипятить, ну буквально там кружку, допустим, на двоих, там, грамм 300, ты ее раз быстренько, те же. Такой костер тебе не надо разводить, там что-то какие-то подставки, два кирпича искать. Чем мешать? Ножом что? Сейчас посолим, или посолим, приготовки, да, посолим сейчас. Ветрище поднимается! А ты не ешь такую еду, да? Нет, я такую еду не ем. Пусть даже сделаны на щепочнице. Короче, если будете делайте отверстие не на 8, а на 10. И побольше, чем больше отверстий, тем лучше. Потому что, ладно, если вот хорошие щепки, она будет тянуть, но, блин, вот эта хрень трухлявая, она нифига, это забивает, отверстие забивает, тяги нет такой нормальной. Да, вот мы нарубили таких, и вон как горит хорошо. Дымком попахивает. Всем приятного аппетита! Сейчас еще будем рыбу есть. Вот и рыба горит.
Ого! Да по идее это не, наверное, не деформировалось, потому что зазоры можно немножко больше делать с запасом. Что с ней будет? У люфты же есть. Нормально. Ну, подведите итог. Ну, 4 из 5, короче, за счет мелких отверстий. Я тут хотел больше сделать, мне просто там на работе времени не было. Вот, видишь, прочертил даже. Ты здесь по 4 хотел делать. 12 отверстий с каждой стороны. Потом думаю, ладно, между ними просверлю. Тут тоже надо было вот еще 3. Да и вместо восьмерки десятку надо было, наверное, делать. Вот еще тут можно было строчку. Из десятки. Она бы легче была. Ну, здесь такого достаточно, конечно. Из десятки. И она бы, тяга была бы это лучше.